How you doing? Fine, cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears are a proof of failure. You just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. Но голова, как показывает практика, выходит. Ребята, всем привет. Короче, еду на рыбалку. Сегодня уже третий час идет, как я еду. Я все еду и еду. По Яндекс.Картам смотрел. Вроде дорога. Короче, а дороги нифига нет. И поля. Все зря. Еще такую какашку переехал. Сейчас, надеюсь, обратно проеду. Надо вот здесь проехать. По этой, потому что что-то у меня не хватает высоты. Бля, реально места такие дикие, блин, просто сеть не ловит. Это как сеть не ловит, блин, когда едешь по полю, сразу думаешь, как ехать назад. Вдруг, если что, трактор где брать. Сейчас еще в одно место заеду. Ну, точнее, попробую проехать. Так, конечно, дороги, блин, дорог нету, конечно. Не, я знаю, как к тому месту подъехать на лодке, спустить лодку. На лодочке сплавиться к этим перекатам, обратно на моторчике наверх. Но хотелось, думаешь, в принципе, ехать 40 минут в объезд. Думаешь, ну что там, проеду. В итоге я уже 3.30 катаюсь. Поэтому сейчас попробуем через деревню. Вот тут. Два дома. Ну, корова даже есть. Не поеду туда, короче, слишком уж там дебри. Тут никто не ходит, что ли, не рыбачит, блин. 3.50. Это одним днем на рыбалку. Еще по таким дорогам, блин. Да, это я. Просто мне все кажется, что крупный голавль, он живет в дебрях, далеко от людей. Все-таки мне так кажется. Чем дальше в лес, тем крупнее рыбу. Хоть что ни говори. Да, можно поймать в деревнях что-нибудь. Но все-таки крупная рыба, она далеко там, далеко, где нас нет. Кофеек на фоне реки, просто сказка. Сейчас быстро снаряжусь, не буду, короче, камеры брать, с GoPro пойду, двумя GoPro и телефоном, потому что лениво что-то, устал. Для съемки должно быть настроение. Сегодня просто рыбалка, если рыба будет, просто покажу вам. О, крепенький вообще, просто. Просто надо взбодриться, а то вообще нереально. Ну что, погнали, друзья. Первым пойдет в бой головастик, который здесь отлично себя показал.
недели две назад. Вода прям класс. Ну что, погнали. Вода 17, здесь около берега, нормально, да. 17, ничего. Сейчас попробую сменить угол атаки. Сейчас перейду здесь, наверное. Есть, есть, есть. О, малявка, но козявка. Что, ребят, первый голавчик. Приманочка у нас зябликова. Наконец-то разловил. Ну, я понимаю, что здесь есть погодка такая классная. Так что продолжаем, друзья. Ладно, пойдем дальше. А тут вот мелкое головлиное царство, детский сад. Пойдем за трофейным. Нет его еще на перекатах, он рядом, 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 но он уже готовится, мне кажется, зайти на перекат. Но пока еще нет его на перекатах, он рядом. В спокойных местах, ну, на границе с перекатом. Я думаю, в следующей неделе будет жор. А мы на сплав как раз огонь. Что, попробуем этот перекат? Попробуем, друзья. Вот туда буду кидать сейчас. Вот туда. Там должна быть рыба. Вот на мелком перекате его прям нету. Где-то он еще... Ну, там будет поспокойнее, там по-любому и тогда рыба была. Видите, здесь по щиколотку. Шершавый. Вот, сейчас там точно тюкну кого-нибудь. Серьезнее вроде. Это уже, друзья, поприятнее. Около киложка. Около киложка точно есть. Тихо, тихо. Сейчас сфоткаюсь, отпущу. Ну, давай, красавчик. Че, пойдешь домой? Давай. Что, друзья? Место работает. Продолжаем. Зря в такие дебри полез, конечно. Тут рыба вон клюет и хорошая. Я думаю, сейчас там еще что-нибудь будет по-любому. Место такое козырное. Вот там перекатик. Точнее, перекат, а там яма такая. На все клюет сегодня. На все клюет.
такие малявки. Ну что, ребят, перекурчик маленький. Что-то тучки понагнало. Но вон тут место. Пушка-бомба, надо работать, работать. Сейчас казинак съем. Перекушу. Ой. Ой. Малявки. О, какой красавчик. Смотрите, друзья, какие шершавики. Нерестятся или уже отнерестились. Погнал. Какой. О, ну это уже хороший. Мне кажется, я его в прошлый раз ловил. Погодка портится, блин, холодно. Но я работаю, работаю, друзья. Сработал головастик. Был, короче, это, ну, кидал с вечера, ничего. Поставил приманку чуть поменьше и сразу получил поклевку. Будем продолжать. Свечкой. Вот такие кабаны клюют у нас сегодня. Хорошие лапти. Цам, цам, бьет. Тай, ран, ран, ран. Окей. Щука, что ли, блин? Место, друзья, оно такое прям топовое, смотрите. Там сильное течение, ну и достаточно камни здесь, короче, а тут, ну, реально глубоко. И вот оно, короче, здесь. И тогда тоже были поклевки здесь. Топовое место, короче. Сейчас, друзья, с вами поговорим, как я сегодня проводил приманки. Первым покажу, как проводить надо без вечера. Версия СССРочка, тихий, в таком месте. Место достаточно глубокое, но головарь, как показывает практика, выходит с глубины на СССРочку нормально. Сейчас СССРку, этот свитчер покидаю, а потом покажу, как головастика проводил, на что были реакции сегодня. Что мне нравится в бисвитчере, это то, что он далеко улетит. То есть можно вообще там, короче, все кинули и ждешь, пока натяжечка произойдет.
И, короче, медленно, 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 медленно крутишь. Прямо на грани остановки. Ух ты. Кто-то булькнул. В общем, вот с вечера так работает. Спокойненько. Летом, конечно, он работает и быстро крутить можно, но сейчас еще пока раннее лето. Водичка еще не такая жаркая. На улице вообще дубак, я уже замерз, если честно. Солнце ушло, так холодно. Можно подтяжечку так ускорить немножечко, отпустить. Но поклевочка в основном просто, вот, даже ничего не надо крутить, просто на течении. Ну, кидаешь под углом где-то сколько там, 75 градусов. Либо так можно кинуть, но я люблю вот так кидать и по течению сплавлять, короче. То есть вообще делать, можно ничего не делать, вот просто держишь в руке. Можешь так подергивать иногда. Просто спокойно, главное спокойно. Не надо, то есть вот этих рывков. Просто спокойненько крутишь. Головастик, мне кажется, он не прям под поверхностью идет, но около нее. Его, короче, мне еще как понравилось проводить. Ну, опять же, так же, как и свитчер, либо вот таким моментом. Мне очень понравилось. И поклевки были на этом моменте. То есть беру, все натянулось. И вот так, оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Оп, опустил. Оп, опустил. То есть меняю так, получается, горизонт. И вот у меня сегодня поклевки были на эту проводку. Либо голова у меня тут щетерил уже. Окунь сел. Окунь сел. Ничего себе. О, жерешочек даже у нас тут. А побольше бывает жерехи вообще. Да я вечно каких-то козявок ловлю. Догнал. Хороший. Жарить можно. Какой шурупасик. Приманочка Олега Матасова сработала. Некто. Классная рыбалка, друзья. В штанах вода, блин. Насиделся, блин. Ну, еще чуть-чуть половлю. Короче, вот приманку Олега Матасова разловил, которую мне подарил. Вот. Фух. Ну что, друзья, надеюсь, вам рыбалка моя понравилась. Без камеры, конечно, телефон, но телефон, GoPro. Ну, просто сами понимаете, хочется рыбу половить. Тем более здесь такие места, ну, в основном рыбалка в забродку. Очень легко камеру утопить. Поэтому пользуемся телефоном и GoPro-шками. Так что вот. Удочка у меня сегодня была билет за Каренти, Exist, шнур 0,5. Вот у меня наконец-то разловлен этот какой некто. Очень мне понравилось, прям поставил на него сразу такие поклевки злые, прям пушка, я доволен. Ну, в принципе, сегодня
много чего работало. Так что, ну, я старался, допустим, на перекатах, ну, крупные приманки ставить, потому что все-таки, ну, вообще, в принципе, крупный голавль не будет стоять на перекате, он стоит одиночками, около переката где-то там, в затяжках, но никак не на перекате. На перекате, да, даже голавщик средненький там лупит так, что мама не горюй. В общем, вот. Ладно, друзья, уже бред, наверное, несу. Пойду домой. Все, подписываемся на канал, ставим лайки. Обязательно в группу в Телеграме, там будут крутые фоточки. Всем удачи и пока.